Трепти мараня и ухае на жътва. Жътварските песни са някакъв спомен и глъхнат в полето. Непонятно вовсе, но звучит приятно, как любая поэзия. В тонкостях болгарской уже десятилетия разбираются поэты и литературного объединения «Радуга» и давно пришли к выводу, что разница в языке не помеха для единства духовного. Шестая международная писательская встреча «Братство» названием подчеркивает, а наполнением раскрывает эту мысль. Именно об этом чаще всего и говорили в последний день встречи. Мы очень рады, что так обогатяем наши души через эту дружбу, через нашими топлыми отношениями, через любовью, которая создалась между нами. Это книги, изданные в Болгарии и в России на русском языке, на болгарском языке. Два русско-болгарских альманаха, светопись, подготовленная друзьями из Европы, а созвучие 5 с поэтами или то «Радуга». Над последним трудились 47 литераторов из Болгарии и России. Единение душ тут не только на словах. Чтобы проникнуть в другую культуру, мысли и чаяния поэтов иной страны, мастера слова стихотворного превратились в стихотворных же переводчиков. А вот Бисера Друмева работает с еще более тонкими материями, музыкальностью стихов. Болгарская пианистка – лучший партнер в мелодикламации, где стихотворная поступь совпадает с ритмом музыкальным. Часто я выбираю русскую музыку, потому что она очень глубоко тронет моя душа. Я люблю читать русскую поэзию на русский языком. По-моему, она имеет связь с музыкой. Исполняющий обязанности руководителя администрации района Артур Болотников также встретился с иностранной делегацией из города Плевен. Он высоко оценил литераторов в качестве знака уважения и для укрепления русско-болгарских отношений вручил поэтам подарки и благодарности. А также отметил, что в районе проходит административная реформа, но это никак не скажется на сотрудничестве. Решением Совета депутатов Московской области было принято решение о преобразовании из Воскресенского муниципального района в городской округ. Название, может быть, меняется, но не меняется суть. Наш Воскресенский район остается городом химиков, городом как раз художественных деятелей, писателей, поэтов. Это важно для нас. Город имеет много заслуженных людей, героев России, героев Советского Союза. Их знают во всем мире. Добро пожаловать! Мы с вами всегда готовы помочь. Спасибо вам, что приехали. Леонид Дудин, который в представлении не нуждается, в этот день обратил внимание поэтов на еще один приятный факт. В этом году Литу Радуга отметит свое 20-летие. Здесь собраны члены работы членов Союза писателей России. Вот. Их достижения за наши 20 лет, в которых мы служим. Тяжелый труд литераторов продолжается как в Воскресенске, так и в Плевене. И однажды из серебряных слов золотых страниц прорастет зеленая поросль. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, новости из Кровект.